Уже традиционно четвертый раз, четвертый сезон подряд мы проводим этап по мини-футболу, проводим его осенью. И, наверное, это первый год, когда нам настолько повезло с погодой, что подобный этап, наверное, и летом смотрелся бы намного хуже. Сумасшедшая была погода, все команды были довольны, было много болельщиков. Проходных матчей практически не было, более чем в три мяча никто не проигрывал, не было разгромных счетов, что для мини-футбола и футзала это достаточно удивительно, так как разница в классе, она видна, но на нашем турнире из года в год, и я уверен, что разница становится менее заметна, и класс общий, и общий уровень команд повышается. Спасибо командам, все как бы молодцы, со всеми интересно было, не было проходных таких игр особо и не было. В принципе, все соперники довольно показывали профессиональную равную игру, поэтому было очень интересно принять участие в турнире. Много хороших команд, хотим отметить ФЭД команду, самая сильная игра была с ними. Ну и эта команда Атлант, да, то есть 4-2, не 4-0 уже, то есть все в порядке. Они усилились, но мы тоже как бы слабее не стали. Стоит опять же таки выделить команду Adidas, сплоченный коллектив, спортивные ребята в каждом этапе стараются принимать активное участие, и бронзовые медали им за это награда. Отдельно спасибо команде Алло, в этот раз ребята прибыли из Днепра и Киева, даже не было ребят из Харькова, оформили командировки, приехали, 2 дня жили на съемных квартирах и показывали хороший уровень футбола. Но будем стараться. Первое место. Обидно, не зацепили за медали. Мы всегда настраиваемся на победу, на чемпионство. И везде, где мы участвуем, мы как бы всегда перед собой ставим задачу быть первыми. Как у нас в производстве, как бы руководство всегда первое. Так мы как бы в спорте стараемся всегда поддерживать эти традиции. Поэтому, кроме победы, у нас не было как бы задач других. Сплоченный коллектив, дружная команда. Всегда как бы друг за друга играем. Красивая форма. Мини-футбол, как, наверное, самый массовый этап битвы корпораций, турнира битвы корпораций, это всегда большие эмоции, всегда действительно тяжелый физический вид спорта, потому что мы играем 2 дня. Но, тем не менее, он, наверное, самый эмоциональный, самый запоминающийся, за что спасибо командам.